Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате The Star Named Else. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прохождение. Мы с вами находимся на природе, и давайте прочитаем очередное письмо от мамы. Так, а почему оно порвато? Письмо порвано, и его содержание выглядит тревожно. Так, здесь только два кусочка? Тьма повсюду вокруг нас, стремимся к свету, но не нужно бояться. Внимательно смотрись, там, где свет, чудеса. Фотографий нету. Давайте поищем еще, может быть, найдем что-нибудь. Вот эта пометка. Плюс, потом четыре точки. Может что-то означать, просто запомним пока что. А здесь есть вся необходимая для выживания в глуши информация. Так, ну это узелки разные. А почему здесь две руки? А, это один узелок, просто показывает первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг. Но здесь две руки. Что это означает? От маленького к большему. Так, надо, так, не надо. Ну, тарелку на чашку ставить не надо. Нужно чашку на тарелку, да. А как это пригодится в глуши выжить? Вот эта информация, что чашку нужно ставить на тарелку, а не наоборот. Ладно, пока что просто запомним. Что это такое блестит среди углей? Там ключик. На как бы его достать? Ну, я бы просто поднял бы вот эту решетку, но наш персонаж легких путей не ищет. Ладно, запоминаем. Ключик, наверное, вот отсюда. Стоп, смотрите, опять пометка. Две точки. В общем, у нас последовательность из пяти символов. Первый символ – плюсик. Третий символ – буква «Т». Понятно, отлично, это код будет. Нужен какой-то инструмент, чтобы починить этот гамак. Да, гамак – штука классная, надо починить. А что это такое под тарелкой? Нужно двигать ее... Так, я понял, там у нас подсказка была. В общем, от маленького к большему. Вот это или вот это, какая из них больше? Нужно посмотреть. Нужно переставить. А вот это больше, чем вот это. Тарелка с окантовкой. Меньше, чем вот такая вот прямоугольная. С прямоугольником. Вот это меньше, чем вот это. Так. Вот так. Но нам, видимо, нужно в другую сторону это все переставить.
Ой, стоп, наоборот. Получается. А вот там вот кусочек письма выглядывает. А вот он. Я не могу как следует разобрать написанное. Так, здесь там больше делать нечего получается, хорошо. Замки всегда разжигают любопытство перед неизвестным. Если есть замок, значит есть и ключ. Я уже вижу там послание в бутылке. Подождите, давайте-ка мы вначале вернемся к письму. Ищем еще, потом прочитаем полностью. Что там такое внутри бутылки? Да, вот мне тоже интересно. Подсказка. Звезда, луна, звезда. Тут глазик. Сфоткать нужно. Звезда, луна. О, кстати, еще один символ. Угу, хорошо. Вот где-то здесь нужно сфоткать, по идее. Или нет? Но еще одной звезды не вижу. А вот же ж звезда на гитаре. А вот сюда символы, кстати, вводить. Хорошо, так. Так, еще раз. Вот прям четко, по сути, по центру между вот этими тремя. Луна и эти две звезды. Вот туда. Что там блеснуло? Мне показалось ли, что-то блеснуло в траве? Нужно посмотреть поближе. От вспышки нашей что-то отблеснуло. Потому что под правильным углом мы сфотографировали. Я все думал, зачем фотографировать. Вот как она сработала, вспышка. Похоже, под землей что-то есть. Но мне нужна, видимо, лопата. Руки пачкать мы не будем. А внутри должна быть нужная мне вещь. А как здесь выставить? Или это не связано с вот этой вот последовательностью? А, стоп, это не плюсики буквы Т, это, наверное, положение. Вот здесь по центру. Первая по центру, предпоследняя по центру, центральная вверх. Центральная будет вверх. Эти пока вниз, они неизвестные. Нет, вот это как раз по центру будет, вот это неизвестное. А две еще нужно найти, и мы сможем открыть ящичек. Вторая тоже вверх, вот. А, вот и все. Последний уже метод подбора, по сути. Веревка эластичная, но прочная. Веревка нам пригодится. А пока что не знаю еще для чего.
Для чего-то по-любому пригодится. Веревка вот сюда, может быть, гамак починить. А ну-ка, давайте. Стоп, подождите, узлы вязать. Вот зачем там подсказка. Наверное, это руки, имеется в виду левая, правая или что? Ну-ка. Да, это левая-правая рука. Значит, правая-левая. Две правых, левая. Правая-левая, две правых, левая. Правая. Левая. Две правых. Левая. Кажется довольно надежным. Вот оно, и там еще фрагмент письма. Отлично. Сейчас мы прочитаем его полностью. Я хочу знать ответ. Сейчас, сейчас. Нет, еще полностью не прочитаем. Еще один фрагмент нужен. Ладно. Так, сюда мы знаем ключ нужен, который лежит здесь. Нам нужен инструмент, чтобы его достать. Кстати, стрелка компаса, можно ее... объединить как-то? Нет? Ладно. С помощью одной лишь тонкой ниточки можно исследовать мир на дне озера. Ловись, рыбка большая, и еще больше. Да там прямо динозавр какой-то. Да, шикарно, повезло нам. Но зато мы достали рыболовный крючок. Кажется, им можно выловить что угодно. И кое-что мы сейчас им, наверное, выловим. Ага, стоп, здесь тоже головоломка. Так, это лабиринт. Нет, тупик. Готово. Ключ в будущем может пригодиться. Да прямо сейчас, в принципе, нам и пригодится. Лопата. То, что надо, идеально для копания. Нам как раз кое-что нужно покопать. А что у нас здесь? Палатку мы не рассмотрим? Ладно. Последний фрагмент письма. Мой милый Дэй, тьма повсюду вокруг нас, и мы всегда отчаянно стремимся к свету. Но не нужно бояться, просто открой глаза и внимательно всмотрись во тьму. Там, где свет встречается с тьмой, случаются чудеса. Дождь помешал мне дочитать. Не вовремя. Ой, погодка испортилась. Обрывок фотографии, не могу понять, что здесь изображено. Опять-таки нужно искать, да?
Нужно найти, где укрыться от дождя, и поскорее, так у нас палатка же была. А что это за расплывчатые очертания? Нужно посмотреть поближе, там домик. Подождите, а здесь нет больше обрывков фотографии? Может быть, сфоткать и вспышка подскажет? А ну-ка. Нет. Я думал, вспыхнет, и мы во время вспышки увидим что-то. А ладно, идем туда. А, нет, так мы не пойдем. Нужно, наверное, вот так присмотреться. Как так? Это моя комната? А вот это вот странно. Это наша комната, только в другом временном промежутке, что ли? Вот это уже странновато. Что происходит? Я вернулся к началу своего путешествия. Это же наш дневничок. Кстати, стоп, а ну-ка. Я же помню, у нас в дневничке были эти места, как будто для фотографий специально. А ну-ка, если мы так сделаем. Так. Вот так и вот так. А вот этой странички не было, по-моему. У нас есть еще кусочек фотографии. Но сюда мы его поставить не можем. 0524. Что это? 236, что ли? Обрёк бумаги грязный. Нужно найти остальные части, если я хочу это прочитать. Но здесь похоже 236. Код какой-то. И еще должны быть фотографии. Кстати, в прошлый раз кнопки эти не работали, теперь они будут работать, да? Значит, здесь мы должны будем решить ту же головоломочку и открыть секретный отдел. Хорошо. Вот так вот по порядку будем искать. Здесь как будто плакат какой-то был, что ли? Нужно его место, может быть, приклеить. Похоже, его давно никто не поливал. Может, стоит его выбросить? Так, головоломочка, эти символы на замке что-то означают? Фотоаппарат, молния, огонь, солнце, луна, звезда, тучи, дождь, погода. А вот это что такое? Может быть, это тоже подсказка? Как раз таки к той головоломке в сейфе. Первая кнопка. Стоп, а там что-то, по-моему, спрятано за обоями.
Этот уголок обоев выглядит как-то странно. А как бы его надорвать? Нам нужен какой-то инструмент, например, рука или хотя бы зубы. Ну, рукой, думаю, это можно было бы сделать. Надрезать стрелкой вот этой. Нет. Нож искать или ножницы, ну и рукой потяни просто обои. Ну да, здесь много таких условностей в угоду головоломкам. Немного старомодная мелодия. Смотрите, еще подсказка. Это конец. А ну-ка, давайте мы, чтобы это помнить, начнем сразу вводить, допустим. Оно сохранится или нет, мне интересно, если я нажму вот так. А там, по-моему, вот так. Да, сохранилось превосходно. Нам еще нужна одна подсказка или две. Из динамика раздаются помехи. Стоп, 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 стоп. Здесь морзянка, что ли? Нам нужно будет сейчас расшифровывать код. Тогда подождите, мне нужно блокнот, тогда, наверное, ручку для этого дела подготовить. Сначала, наверное, просто записать будет, что мы слышим, а потом... А потом уже это расшифровывать. Сначала настроим. А дальше? А почему оно только в этом промежутке? Вот здесь вот чего-то не хватает, чтобы настроить. Наверное. Вообще похоже прям на компас почему-то. Странно. Ха, компас сюда. Ну а если стрелку теперь еще? Нет. Опа. А, это подождите, это переключает шкалы. Первая. Вторая, ну-ка. Следующая. Диапазоны, скажем так, меняет. Ай-яй-яй, ну нет, вот сюда.
Нет, на предыдущий. Вот сюда. Стоп. А слева показывает, какой символ в данный момент. Это пятый символ. Так. Так, ну-ка, вроде бы. Сначала у нас солнце. Потом у нас фотоаппарат. Я себе сразу сейчас зарисовываю, чтобы вы поняли. Потом у нас идет тучка. Потом у нас идет точка-точка, звезда. И потом у нас идет три тире, это огонь. Ну, теперь, по идее, мы сможем... Теперь, по идее, мы сможем там открыть, если я правильно все записал. Давайте... Где оно? Где оно? Где оно было? Вот здесь. Солнце. Вначале... Фотоаппарат, потом просто тучка. А потом звезда. Огонь. Отлично. Ой, нож какой. Небольшой ножик, местами покрыт ржавчиной, но по-прежнему острый. И еще обрывок бумаги, чернила расплылись, и я не могу разобрать написанное. Так, отлично, эту головоломку мы с вами решили. С морзянкой можно блокнот отложить. Прекрасно. Ножик мы сейчас вот сюда, наверное, применим. Здесь нужно как раз-таки пароль ввести, наверное, который там на бумажке. И написан, что там внутри сейфа. А ну-ка, давайте у нас... А мы не можем, допустим, сюда вот вытянуть это? Или объединить их, чтобы удобнее посмотреть? Ну, там и так, понятно, на двойка, потом идет тройка, потом шестерка. 2, 3, 6. Наверное, есть еще четвертый символ. 4 символа, одного мы не видим. 2, 3, 6. Нужен еще один, понял. Сюда мы вернемся. Можно, конечно, попробовать догадаться, но не хочу. Я хочу его найти, а не угадать. Это я его порвал? Да не помню такого. Кстати, а шкафчик здесь нет, нельзя проверить. Отдать их, что ли, кому-нибудь или закинуть на чердак? Кстати, еще один фрагмент. Немного по-детски до сих пор держать это в своей комнате. Так, тут у нас, значит, будет... Так, стоп, а это какой из них? В каком порядке? Потому что вот здесь, допустим, видно, что в начале коробки, то есть первый здесь в самом конце, вот тут. Ну и здесь тоже в самом конце.
Может, нужно, чтобы они поочередно объединялись? То есть не вот так вот. Так, идет вот этот белый, а вот эти вот у нас неизвестные. Но может быть как раз таки... Вот эта вот подсказка туда, ну-ка. Это может быть сложнее, чем я думал. Тем более, что я больше не вижу символов этих. Стоп, вижу, вижу, но плохо вижу. Какой из них первее? Вот этот, наверное. Так. Нет, стоп, как там было? Вот она, да. Пятерка. Здесь, кстати, подсказка даже, какую волну искать, но я не в том порядке. Головоломки решил и так. Нам еще нужно здесь это теперь сопоставить. В принципе, и так уже понятно. 2, 3, 6, 5. Но теперь мы в этом уверены на 100%. Напряжение из-за войны растет. Какие-то военные события. Год не указан. 2, 3, 6, 5. Отлично. Что у нас здесь? Термос. Что такое? Происходит. Возможно, это то, как было на самом деле. То есть... Мама увидела красоту и сфотографировала ее даже вот в этом всем. Она сфотографировала окно. То, что было за окном, красоту она сделала, поставила сюда вазу с цветами. А вот как тут все было на самом деле. Я не могу использовать фотоаппарат. Еще фрагмент фотографии порванный. Вот как здесь было на самом деле. Жесть.
И мама умудрилась здесь найти хоть что-нибудь красивое, хоть какую-то красоту сделать, сфотографировать. Это она была почти на нуле, она, наверное, военный корреспондент, может быть. Она почти на нуле уже была. Это тоже одно из тех мест, которые видела мама? Там что-то есть, как это убрать? Дневник. 2.12. Мы с Дэем только что вернулись из похода с палатками. Давно мы так хорошо не отдыхали. Работа репортера очень напряженная, но я всегда хотела этим заниматься, поэтому меня все устраивает. Надеюсь, мой сын тоже откроет для себя радость исследования мира, как и я. Даже в самых незначительных вещах в этом мире есть красота. Надеюсь, мой сын будет всегда верен себе, что бы ни случилось. Политическая обстановка сейчас очень нестабильная, и я была так занята, что пропустила день рождения Дэя. Лучшее, что я смогла сделать, это оставить для него подарок на прикроватном столике, но он ему точно понравится. 6.17 или 11, стоп, там было 2.12. Это что, 6.11? Войну больше не остановить. В чем смысл войны? Веками человечество не могло внятно ответить на этот вопрос. Свет рождается на контрасте, но я не хочу, чтобы мой сын познал тьму и всегда избегал этой темы. Но если бы мне пришлось ему рассказать, то как? Я все еще не знаю. Последний раз мы с сыном ходили в поход с палатками полгода назад. Война окрасила это некогда синее небо и зеленую природу в огненно-красный и пепельно-серые оттенки. Тысячи молодых людей, которых ожидало блестящее будущее, были вынуждены отправиться на эту жестокую войну, чтобы защищать свою страну. Глядя на их юные лица, я всегда вспоминаю Дэя. Единственное, что связывает меня сейчас с Дэем, это радио АМ-684, которое я слушала дома. Интересно, он тоже его слушает? Возможно, стоит запомнить 684. Я никогда не была уверена в том, что делаю правильный выбор, но, возможно, лучше и не думать об этом. Сегодня тот самый день, когда я обещала Дэю сходить с ним посмотреть на звезды. В отличие от прошлой нашей вылазки, небо сегодня чистое, не облачко. Ночью звезды будет видно идеально. Прости меня, Дэй. Шесть, восемь, четыре.
Там уже другое. Стоп, секунду, сейчас я запишу, я сравнил с теми символами. Это другое что-то. Сейчас по кругу пускай пойдет. Последние два символа повторяются. Ну-ка, сейчас посмотрим, что это у нас получается. Так, сначала у нас идет опять-таки солнце. Солнце. А потом у нас идет фотоаппарат опять. Но потом у нас идет... Луна. А потом у нас идет звезда. И опять звезда. Чуть-чуть изменилось, а ну-ка. А куда же их вести-то? Стоп. Стоп, подождите, а здесь сверху что-то действительно есть. Верхняя часть, это не украшение, это там тоже отдел, и там тоже что-то лежит. Солнце, фотоаппарат, здесь должна быть луна. Здесь должна быть звезда. Это, наверное, к компасу как-то соединяется, да? Не получается достать. Так, а может доставать не нужно, может быть нужно сюда... нет, компас. А стрелку сюда... Так не получится, чего-то не хватает еще. Так, а больше здесь ничего не активно. Больше там ничего не нажать. Ладно, давайте посмотрим еще, может быть, еще что-то изменилось. Но я больше не вижу изменений. Ну-ка, может быть, здесь что-то взять все-таки нужно? А нет, мы больше не можем ничего подвигать здесь, только просто дневник. Посмотрите, в дневнике взять мы ничего не могли. Забрать из радио, может быть, наш компас, а ну-ка. Отдай. Вот. Вот а что мы его там оставили? Нам он здесь нужен. Так. Теперь мы собрали карманный компас. Стрелка колеблется туда-сюда. Сможет ли она вывести меня на верный путь? Ты. Мама приготовила это к тому дню, на который мы договорились. Нам нужно собрать с вами телескоп.
это сюда, потом вот это сюда, потом вот это сюда, и здесь фотоаппарат поставить наш. Ух ты, как красиво. А нам, наверное, нужно постараться сфоткать то, что на фотографии там, да? Так, а мы не можем здесь посмотреть вот эту фотографию. Ой, как бы ее запомнить-то, а? Здесь вот звезды, желтые, тут синие, тут синие, елки-палки, а здесь прям сложно запомнить. Они еще и мерцают. Стоп. А может и не надо фотографировать? Может зря я это искал? А ну-ка. Может вот это сфоткать? Опа. Что-то появилось в том месте, где пересеклись звезды. Больше такого нет? А ну-ка, давайте посмотрим. Наверху чего-то не хватает. Наверху или вот здесь? Вот здесь вот. Похоже на астролябию, астрономический инструмент. Если бы только еще знал что-то такое, что оно делает. Но слово знакомое. Это календарь. Январь, тут даты. Оно показывает, наверное, какие созвездия были. В какую дату. А нам нужна дату. Дата, дата, дата. А в дневнике здесь у нас что? Нужна дата, когда... Вот сегодня тот самый день, когда я обещала Дэю сходить с ним посмотреть на звезды. Последний раз мы с сыном ходили в поход с палатками полгода назад. Это, наверное, получается, идет месяц-день. То есть полгода назад, это значит 2 февраль, то есть сейчас 8-12, да? Вот это вот 8-12. Восьмой месяц, 12 число. А вот это какое? Может быть, это продолжение предыдущего? 8-12 поставить?
Давайте попробуем. Да. Что изменилось? Мы можем снова посмотреть на звезды. И, может быть, что-то увидим там новенькое. Может, нужно опять искать какое-то место, где будут, например, пересекаться звезды точно так же. Вот, да. Порванная фотография на темно-синем фоне тускло поблескивает звезда. Так, понятно, нам опять нужно искать фрагменты еще одной фотографии. Ничего нового не вижу. Может, нужно именно приближать. Надо бы рассмотреть фотографию. Может, ее нужно куда-то поставить. У нас предыдущая, в принципе, собрана. Какую-то прям особо яркую звезду найти. И, кстати, вот эти фотографии, их, наверное, тоже нужно. Поставить сюда. Вот, например, где-то здесь тоже были места под фотографии. Вот. Нет? Не думаю, что это подходит сюда. А я думал сюда поставить. Может быть, потом это нужно сделать, когда мы найдем еще несколько фотографий. Еще несколько будет. Понятно, тогда это все-таки время займет. В таком случае, наверное, давайте мы здесь с вами уже на сегодня прервемся. Думал, что мы уже близко к концовке, но я смотрю, еще нужно нам вот таким же образом искать штуки 3, наверное, фотографии целых. То есть куча обрывочков. Так что это, наверное, займет еще немало времени. Так что на сегодня это все. Игра прям невероятно интересная. И сегодня прям такие невероятные события. Мы столько нового узнали, что на самом деле происходило. Мне интересно, что происходит сейчас с нами, потому что очевидно, что это все сейчас, наверное, не в реальности происходит, как я думаю.
Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.